В Сергиевом Посаде полицейские задержали подозреваемого в совершении серии краж икон на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В дежурную часть ОМВД России по Сергиево-Посадскому району поступило заявление от 48-летнего местного жителя о краже двух икон из лавки паломника, расположенной на Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД в результате оперативно-профилактических мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 50-летний житель города Хотьково. Также установлена причастность подозреваемого к совершению двух аналогичных преступлений на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Общая сумма ущерба составила 82 тысячи рублей. Правонарушитель продал похищенное имущество, а вырученные деньги потратил на личные нужды. По данным фактам, отделом дознания ОМВД возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В Сергиево-Посадском городском округе сотрудники полиции изъяли наркотические средства. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Сергиево-Посадскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий у одного из домов, расположенных в микрорайоне Новое село Шемитово, по подозрению в хранении наркотических средств установлен и задержан 32-летний житель села Шемитово. В ходе личного досмотра у гражданина сотрудниками полиции были обнаружены изъяты 5 свертков из полимерного материала, внутри которых находилось порошкообразное вещество светлого цвета. Результаты химического исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством амфетамины массой 2,5 грамма. По данному факту следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Если вы обладаете какой-либо информацией о хранении и избыте наркотических средств и психотропных веществ, содержании наркопритона или культивировании наркосодержащих растений, сообщите по телефонам дежурная часть ОМВД 540 18 39 и телефон доверия ГУ ОМВД России по Московской области 692 70 66. Сотрудники полиции ОМВД России по Сергиево-Посадскому району раскрыли кражу бытовой техники. В дежурную часть ОМВД России по Сергиево-Посадскому району поступило заявление от 58-летней жительницы города Москвы о краже бытовой техники, одежды и инструментов из дома, расположенного в СНТ «Луч-2». Сумма ущерба составила более 15 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 29-летний местный житель. В отношении подозреваемого следственным управлением ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.